Татьяна Вичкелева – одна из обладателей высшей награды конкурса очерков «История одной вещи», посвященного 75-летию Великой Победы. В своей работе Татьяна поделилась историей фото. Случайный кадр – молодая медсестра возле раненого летчика – стал символом всей жизни женщины. Мы с моим научным руководителем решили сходить к ней домой. Там она нам показала эту фотографию, и ее сын нам рассказал, что на данный момент это вот такая очень дорогая ей вещь. Высшие награды получили 26 участников в 4 возрастных категориях. Символичные кубки были разработаны специально для этого конкурса. Организаторы надеются, что награда станет важным символом в семье каждого участника. Этот конкурс, он помог мобилизовать интеллектуальные силы наших участников с тем, чтобы еще раз напомнить о том, что как важно беречь жизнь, как важно хранить историю своей страны, как важно хранить историю своей семьи, сохранять и передавать из поколения в поколение важные вещи, которые будут лишний раз, еще раз напоминать о важности, о ценности долга, любви к отчизне, любви к своей семье. Простые, но бесценные предметы, о которых рассказали юные авторы очерков, скоро можно будет увидеть в Одинцовском краеведческом музее. Уже осенью организаторы конкурса представят тематическую экспозицию. Ознакомиться с работами смогут все желающие. Мы собирались и обязательно это сделаем. Выставка откроется с вашими работами. Обязательно мы еще раз встретимся. И не только на выставке. Мы вас всех ждем в нашем музее. И, конечно, ждем вас на наших страничках. Конкурс «История одной вещи» завершился, но он обязательно получит продолжение. Ведь в каждом доме найдется предмет, достойный очерка. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».